я вот принял такое решение, и мне все мои сотрудники все поддержали, установить на самом хорошем месте памятник, что он дал такое вливание нашему кыргызскому развитию туризма, что мы благодаря его кредиту, мы вот сейчас территория совершенно другая, мы вложили полностью сюда вот эти деньги, надеемся еще здесь улучшать, делать круглогодичную. Как вырос в Советском Союзе, я знаю, что при живых людях ставили памятники особо, самые особо отличившимся. Я считаю, Путина это особо отличив. Действительно, он для меня пример.